Ну а сейчас последние данные ситуации с коронавирусом. За сутки в регионе выявлено 84 инфицированных, выздоровевших на сегодня больше 132 человека. Трое белгородцев не смогли побороть болезнь. Что касается вакцинации от коронавируса, первым компонентом привились более 160 тысяч жителей области. Свыше 103 тысяч прошли полный цикл. Записались на прививку 160,5 тысяч человек. Сегодня на брифинге представители Департамента здравоохранения дали пояснение по поводу новой партии усовершенствованной вакцины. Помимо гамковид-вак, спутник Ви, теперь также используется и вакцина Эпивак. Ее принципиальное отличие в условиях хранения и перевозки. Эпивак может храниться так же, как и вакцина от гриппа в обычном охлаждающем контейнере. Сейчас она в первую очередь используется для маломобильных пациентов, которым прививку делают на дому. Наряду с выездными бригадами расширяется и сеть публичных пунктов вакцинации в крупных торгово-развлекательных центрах. В Белгороде это Мегагрин, в Старомосколе Баше, и на этих выходных начнет работать пункт в культурном центре «Строителя». У нас эти центры как бы работают с умеренной нагрузкой, с незапредельной. Если возникнет такая потребность, безусловно, будем расширять пункты вакцинации. Такие малые коллективы могут и приехать на вот эти вот публичные пункты вакцинации. То есть это тоже хороший ресурс. Близлежащие рабочие вот коллективы, которые небольшие, они могут пойти и провакцинироваться в том же Мегагрине, либо вот в этом Баше, либо в этом культурном центре.